Байк-рок-фест «Атомный угар» – традиционное мероприятие. Байкеры из разных уголков России и ближнего зарубежья приезжают на этот фестиваль. Так, в этом году участие принимали мотолюбители из Десногорска, Рославля, Смоленска, Москвы, Брянска, Минска и Вильнюса. Как видно, география очень обширная, но объединяет всех дух дружбы, любви к своим стальным коням и дорожные просторы. От Десногорска на фестивале побывали байкеры из мотоклуба «Сталкер». Организатором выступил рославский мотоклуб «Вольфганг». Только для непосвященных это содружество кажется неорганизованным обществом. На самом деле это международное движение, и у них есть своя жизненная философия, основанная на высоких человеческих качествах, которая диктует членам клуба определенные отношения и манеры поведения. Философия, то есть байкер байкеру брат. То есть всегда в дороге друг другу помогать. Не только в дороге, но и в жизни это помогаем всегда. То есть если у кого-то какие-то проблемы, мы все вместе с копом помогаем. Прежде всего, это верные друзья, то есть взаимовыручка, взаимопомощь. Ну, то есть, когда вместе, так проще. Дружная семья, вот. Если надо помощь, всегда знаешь, к кому можно обратиться. Все безвозмездно помогают. На фестиваль приезжают люди, которым близка активная общественная позиция этого движения. Они считают их социально неравнодушными людьми и уверены, что молодежь должна быть широко вовлечена в такие клубы. Вы посмотрите, какие здесь находятся люди. Прежде всего, это люди, занимающие активную жизненную позицию. Они двигаются, они участвуют в подобных мероприятиях. Многие приезжают сюда за сотни тысяч километров для того, чтобы пообщаться, поделиться своими впечатлениями, пронести вот этот дух байкерского движения и поделиться им, в том числе и с молодым поколением, с молодежью. Весь фестиваль «Атомный угар» 2017 сопровождался большим рок-концертом, традиционными байк-конкурсами и, конечно, водными купаниями в Десногорском водохранилище.